Месячник украинского языка и литературы, который проходил в 7-й школе, начался с участия учеников школы во всеукраинской игре «Подсолнух». Затем был городской этап всеукраинского открытого конкурса чтецов имени Шевченко, на котором отличился третьеклассник школы Тимофей Суворов, творческий конкурс «Проба пера», конкурс «Тингазет» и еще много других мероприятий. Заключительным этапом месячника украинского языка и литературы традиционно стало открытое праздничное мероприятие «Слово, мова, песня, солов'їна», подготовленное учениками 8 А-класса под руководством учителя украинского языка и литературы Ирины Баклан и учителя музыки Светланы Дубровиной. Звучали известные украинские песни «Чорнобривці», «Пісня про матір», «Ласкаво просимо», «Родина», «Черемшина», отрывки из стихотворений и баллад. Две шустрые девчонки эмоционально сыграли сценку из «Кайдашевой семьи», словесную перепалку «Бабы Параски» и «Бабы Палашки», чистая украинская речь, звонкие певучие девичьи голоса, проникновенное выразительное чтение, отличная игра самодеятельных актеров – все это создало атмосферу настоящего украинского праздника. Тамара Бобровская, веб-студия «Курьер».